Добрый день, дорогие наши слушатели. Смотрите, как здорово мы сегодня собрались, вроде бы в январе, но абсолютно весенний день. Обратили внимание, небо голубое, птички поют так хорошо, действительно настоящая весна. И мы пришли с вами в такой удивительный зал, абсолютно совершенный, новый, красивый, светлый. Мы поем здесь впервые, но будем стараться, чтобы у нас получилось хорошо, и доставить вам настоящее наслаждение от той музыки, которую мы приготовили. Но у нас сегодня концерт не совсем обычный. У нас, наверное, вообще не бывает обычных концертов. Но представьте себе, что 55 лет назад студент музыкального училища собрал девочек и мальчиков и стал с ними заниматься хоровым пением. Студентом этим был Александр Сергеевич Пономарев. Хор начал быстро расти. 31 марта выступил на празднике «Музыкальная весна», и родился детский хор «Весна» ровно 55 лет назад. Ну, а сегодня мы не предполагали никаких официальных слов, но так получилось, что буквально вот перед концертом принесли такой прекрасный букет, роскошный, и адрес в нашу честь, и я позволю себе его зачитать. Адрес от председателя Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова. Дорогие друзья, от имени депутатов Московской городской думы приветствую участников концерта детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени Александра Сергеевича Пономарева и от всей души поздравляю коллектив с 55-летием. Нас связывает с одним из лучших хоров Москвы и всей России давняя крепкая дружба. Горжусь, что свой юбилей вы отмечаете в самом сердце столицы, на сцене одного из лучших концертных залов «Зарядье». Воспитанники школы, победители крупнейших отечественных и международных конкурсов, вы достойно представляете Москву на самых престижных творческих площадках, вносите огромный вклад в развитие отечественной культуры и поддержку юных талантов. Все это – результат многолетнего труда прекрасных педагогов, профессионалов с большой буквы, искренне заинтересованных в своем деле. Желаю коллективу школы и ее воспитанников вдохновения, творческих свершений, развития и процветания. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников. Выступает хор «Ручеек». Дирижер Александра Валова. Партию фортепиано исполняет Юлия Левада. Николай Потоловский. Стихи Бальмонта. Золотая рыбка. Стал
Ефрем Подгайц. Стихи Яковлева. Утро в зоопарке. Хор «Апрель» и хор «Первоцвет». Руководитель хора «Апрель» Ольга Масленникова. Руководитель хора «Первоцвет» Марина Алексеева. Хормейстер Юлия Тихонова. Партию фортепиано исполняет Юлия Афонина. Тамара Попатенко. Стихи Никитина. «Утро на берегу озера». Дирижер Ольга Масленникова. Михаил Ипполитов Иванов. Стихи Вяземского. «Зима». Зима.
Шугаец. Стихи Тима Собакина. Прилетели бегемоты. Дирижер Марина Алексеева. Латышская народная песня в обработке Раймонда Паулса «Серенький козлик». Там делал серенький козлик. Да-ха-ло, да-ха-ло,
Выступает хор «Рассвет». Дирижер Татьяна Дмитриева. Партию фортепиано исполняет Елена Фицнер. Георгий Струве. Стихи Есенина. «Поет зима, аукает». Петр Ильич Чайковский. «Как по лесу лес шумит» из музыки к весенней сказке Островского «Снегурочка». Come on.
Павел Чесноков. Стихи Гейне в переводе Михайлова. «Лотос». Христо Недялков. Стихи Спасова. Зимняя песенка. Thank you.
Выступает хор «Жаворонок», дирижер Ирина Волосовцева, хормейстер Ольга Масленникова. Партию фортепиано исполняет Татьяна Хананаева. Бенджамин Бриттен. Русский текст Надежды Авериной и Юлии Фадеевой. Новогодняя песня. Ефрем Подгайц. Слова народные. Три канона. Шли 40 мышей, променяла Поросковья карася, ехал Грека. Шли сорок мышей, несли сорок.
Чилийская народная песня в обработке Юлии Тихоновой. Чудо совершилось в полночь. Адольф Адан. Русский текст Надежды Авериной. Рождественский гимн. Исполняют хор «Жаворонок» и хор «Рассвет». Дирижер Ирина Волосовцева.